Ничего не получалось. Поле вязкое, мокрое. Не знаю, может, мотивации не хватило. Хотя уже так говорили, может, их счет там предыдущие игры, там, как мы играли с ними, там легко обыграли. Где-то, наверное, подспудно было. Начали тоже как-то все уверенно, как дыр-дыр какой-то натуральный. Как на тренировке, наверное. Мы вроде сделали коррективы там на второй тайм, выпустили Чистякова, думали, забить угол. Дальше на смотреть. Провал какой-то натуральный. Вышел у них Якупов нападающий, предупреждали, выстрелит, бежит, хорошо головой играет. Ну, в принципе, он и гол и сделал. Не дошло, наверное. Знаем, как действовать в этих ситуациях. Там передача читалась, это длинная. Почему там Малахову прошел этот пас, да? Ну, не спорю, там Якупов сыграл там как мастер. Ну, а дальше вообще полный бордель.